Я постараюсь вас немножко удивить и осветить только те моменты, те факты, которые имеют под собой какую-либо доказательную базу. Снижение относительного риска смерти от рака в среднем на 25%. Такие серьезные заявления требуют не менее серьезных доказательств. И, к счастью, они у нас есть. А в чем опасность саркопении? Что можете сделать вы? Это всегда неправильно. И мы подготовили на него ответ. Вредно ли держать пост? Сразу видно, что спрашивал биохимик. Церковь разрешает.